Здравствуйте, дамы и господа. Это канал Георг & Ко и игра под названием Sunless Sea Submariner, в которой мы исследуем злобное беспощадное море. Поддержка в пропитании, сухой док, где одну поддержку Адмиралтейства на 2-3 топлива. Давайте-ка предоставим портовые отчеты. Гора Палмерсон, порт Сессил. Не читаем это, мы уже читали, тут бесполезно. Вендербайт, что там вытворяет, почти мертвые. Северные дали. Я отказываюсь задавать любые вопросы, я не хочу сделать им приятно. Анунсы. Ах, да, место, которое переманивает почтальона. Слышал об этом. Остров Грызунов. Я не уверен, что правильно вас расслышал. Вполне ли вы уверены, что этот отчет именно тот, который вы хотите сделать? Пусть так и будет. Вы получили 10 тех и исследован остров Грызунов. Часовня огней. Что-то про подземноморье, что порождает ересь и инакомыслие. Думаю, нам, возможно, потребуется прислать епископа Саутварка для доброй христианской проповеди. Сердце хана. Были в соленой степи, да? Да, это такого типа. Данные всегда были интересны. Всегда интересны. Как нация может быть столь варварской и столь декадентной сразу, вне моего понимания, но они страшно опасны. Полифем. Король сотни сердец, это полезный парень. Без его экспорта нам пришлось бы использовать свой собственный уголь. Отчет принят. Морозная крепость. Красиво там. Деньги, деньги, кодекс. Изнан за то, что отвечал. Вот бы вас на остров Северной Даль. Есть что новое? Да, есть. Тень хана. О, это всегда весело. Давайте послушаем. Другие чиновники собираются вокруг, чтобы услышать ваши рассказы о кровопролитии и разврате. И анекдоты про хана, который управляет тенью, и эффективно, и увлекательно. Один анекдот про хана и осла вызывает шум патриотического смеха и заставляет заместителя регистратора открыть бар с выпивкой. Вы потеряли ужас, кстати. Интересно, соленые львы. Базар всегда проявлял интерес к этому месту. Стратегической информации нет, спасибо, она мне самому нужна. А, кстати, да. Можно на поверхность подняться, как думаете? Либо... Нет, нам надо отправить груз веселого Роджера. Помним, помним. Не забываем. Угроза, сила кошмара. Бело-золотые наблюдают за вами. Подозрение, повторяющийся кошмар, необъяснимо голодный, на вас лежит пятно людоедства. Я же правильно считаю? Необъяснимо голодный. Ну, правильно, да. Сердце хана и стратегическая информация в алчном горизонте. Ну, груз 200 закуплен. Поплыли. Вполне вероятно, что нас уже будет мучить ужас. Тут уж надо это понимать все правильно. Что мы будем делать? Голод, усталость, топливо и т.д. и т.п. Голубые молнии. Ужас. От моря тут меньше всего. Поплыли, значит. Пастушьи острова, остров Грызунов. Трудно сказать вообще. Вообще говоря, ну, наверное, идеальнее вот так вообще как-то плыть. Вот. Это в идеале. А как получится, я не знаю. Хотя еще вообще правильнее через соль вообще как-то проплыть. Вроде мы можем получить тут соли благословение. Ой, ну ладно, давайте-ка поплывем через остров Грызунов, а потом туда, в морозы. Потом благословение соли получим, потом то, потом это и так далее и тому подобное. Ну да, да, поняли, да. Плывем со светом, чтобы ужас не нарос. Ненароком не нарос, и вреда нам не принес. Плывем мы постепенно и решительно. Игра мне это нравится очень. Охотничий обитель, там ничего не изменилось. Хотя, он, кажется, просил нас в охотничью обитель нас отправить. Ну ладно, потом как-нибудь туда приедем. Я надеюсь, не забудем. Остров Грызунов, хорошая вещь. Ну, будем его развивать. Этот остров. Ох, жалко, конечно, что тогда не прочитали, но что поделать. А можно, кстати, попробовать прочитать-то про этот остров Грызунов. Я что-нибудь, кстати, придумаю. Потому что сохранение-то у меня есть вполне. Я могу дочитать ту книгу. Непонятно, правда, что произойдет.
Но мне кажется, ее там уже все исследовали полностью. Ладно, посмотрим, неважно. Темное безграничное море. Ползучие усики грибка, подземноморская сорнячка. Флора без названия, мы подходим к силкам. Интересно. Ну, красть у них не будем, это будет им плохо очень. Дилемму решить. Глаза подземноморья направлены на остров грызунов. Прогресс нации проходит время самой очаровательной империи в подземье. В этом квартале города крысы и морские свинки лежат, дрожа на простынях. Мы считаем, что это началось из-за чего-то в воде, шепчет помощник. Мы думали, что остановили это, но болезнь распространяется. Наше лекарство бессильно против нее. Что нам делать? Предложить сжечь зараженный квартал. Этот выход будет непопулярным, но он будет решительным. Дух, мощь. Строительство больницы отнимет рабочих от других задач, но Муриния получит необходимое ей сострадание. Давайте-ка сожжем зараженный квартал. Простые хижины загораются, и легко и пламя уносит мертвых с собой. Грызуны наблюдают, поддерживая это решение как должное. Кто-то недовольный, трет глаза лапой, тихо бормоча что-то про дым. Муриния развивается постепенно. Еще одна дилемма. Ну, не сможем мы эту дилемму решить. Портовый отчет. Крысиную звезду не будем красить, это нечестно будет по отношению к ним. Или какой-то хитрый способ, возможно. До свидания. Пожалеем крыс, мы добрый человек. Хотя, наверное, возможно, надо будет и украсть эту звезду когда-нибудь придется. Попробуем в Северной Дали, там вроде как мы сможем получить благословение соли. А потом надо плыть на соленые львы. Но это потом, уже давно потом. Ужас, ужас, ужас. Далеки от света и надежды. Ну, что поделать, ужас стремительно нарастает. Каким мы стали необъяснимо голодным человеком, а? Поразительно, не правда ли? Включили свет, но ужас пока что... Временно будет нарастать очень стремительно. А потом его нарастание значительно замедлится. Нам либо в кодекс, либо в Северные Дали. Сначала в Северные Дали, а потом в кодекс. Надеюсь, я ничего не перепутал, и мы все сделаем правильно. Железо, отражение, покровы и страницы. Отлично, история ждет нас в порту. Ой, надо, наверное, Хотя, если мы подводника возьмем, то мы вообще тут не разберемся. Тут столько задач будет разных. Вообще, я даже не знаю, хорошо это или плохо, что только одну историю мы можем сделать в порту. Ни больше, ни меньше. Ну, ладно. Ой, конечно, неудачно мы поплыли через туман. Ну, выхода нет иного. Вроде тут вот так. Боремся, боремся, боремся. Нет, свет в тумане, он не помогает. Никоим образом. Ужас, либо есть, либо его нет. Рой летучих мышей. Уплываем. Чтобы на нас не напали. Ой, ужас-то как нарастает. А, неприятно. Вот он, живой остров. Игра прям не хочет, чтобы мы достигли того дня. Того места, но выхода нет, нам надо туда плыть. Сама игра поставила нам эту цель. Поэтому мы включаем свет. Арка Цензер, живой остров, бессонные ночи. Расспросить их о снах. Что там будет? Получили ужас напуганный. Ой. Оно, по-моему, не стоило. По-моему, оно того не стоило. 60 ужас, это уж слишком много, мне кажется. Похоже, придется опять-таки быстро все проделывать. Не стоило, наверное, с этими бессонными ночами. Все подземье объято пламенем. Кошмаром увидели, вот что. Смех доносится с носовой палубы. Плывем, 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 плывем. И исследуем мы с вами. Острова Демио. Красивым языком тут все написано. Ничего не могу сказать по этому поводу. Северные Дали, да? Дом вопросов. Получить внимание соли.
Еще не бросили вызов богам, нужна морская история, секреты. Ура, получили внимание Соли. Ваши слова погружаются в тишину, как камни в зыбучие пески. Слушатель слушает, закрыв глаза. Фиксирую каждую деталь в память. Теперь вы уходите. Если вы увидите, когда я запишу вашу историю, удача отвернется от вас. Если вы увидите, куда я запишу вашу историю, удача отвернется от вас. Утопшего человека. Служители дома неохотно говорят о нем, но вы можете подкупить их, чтобы получить несколько фрагментов информации. Можете рискнуть, а? Ай, он не бог, он пришел с севера, где слишком холодно для богов. На север он вернется. Если вы идете на север, ничего от вас не останется. Ну, нехорошо. Исследуем. Ой, сбор информации еще. Нет, это не надо. Помним, есть что-нибудь более надежное. Продавец подмигивает и подает вам шампур с неизвестным вам мясом. Теперь этот особый голод. Теперь же довольны, как богато и красиво. Нарастает, на вас лежит пятно людоедства. Получили железо. Не знаю, стоило оно того или не стоило. Уходим отсюда, вот что могу сказать. Я, кстати, забыл посмотреть на цену. Ну, по-моему, там нельзя было продать в Лондоне эти человеческие души. Проплывем Медового кодекса и... Давайте-ка, в часовне огней, стоит, не стоит. Ладно, в ханство поплывем сразу же. Нет, давайте-ка на север поищем. Мы же хотели спасти нашего отмеченного печатью штурмана. Жалко его просто будет потерять. Хотя по механике игры, конечно, потерять мы его не можем. Такова уж система этой игры. Что время идет, когда мы сами его торопим. Хотя там было какое-то время лечит. Это тоже интересно, что это такое. Остров Кодекс. Портовый отчет. Получить обреченного охотника на монстров. Топливо. Портовые поставщики. Ладно, как хотите, так и будет. Проплывем мимо морозной крепости. Механику насладиться сном. Сделать предложение неутомимому механику. Да, непонятно, что нам надо делать. Машина рассвета опасная, развивается. Тоскующая Дивалис. Она хранитель Северной Конвенции, видимо. Да, медленно плаваем. Вот это грустно. Ну, в следующий раз уж точно накопим деньги на этот двигатель. Я приложу для этого все усилия, чтобы мы могли быстро развиваться и качественно жить. Крепость вопросов и ответов. В ней больше вопросов, чем есть ответов. Так они и говорят, но никто этого точно не знает. Арка Сикамуры. Подводник. Гавань Стоддера, да. Опасный ужас на самом деле. Жалко, полностью его все-таки никак не снимешь. Ну, что поделать, что поделать. Морские летучие мыши. Чаю с поселенцами. Потеряли 10 ужаса. Игра в истину. Портовый отчет. Но для нее нужно... Нельзя входить без уважительной причины. Отражения нужны. Ну ладно. Кстати, с судовым врачом мы не поговорили. Садитесь сюда. Я присоединяюсь через секунду. Нужна мутерсоль. Легкого супа из морской лилии, китового сыра с бокалом наливки с поверхности. Вкус у юркой служаки дорогой. Мутерсоль гарантирует, что разговоры развяжутся после чашки кофе. Да. Сердца. Ну, сердца нет у нас, сердец. Наследница Каладыри. Нам бы подозрительный улов получить, было бы неплохо. Как мне кажется, печаль Гайдера. Ладно, давайте-ка на север проплывем, поисследуем окрестности. Легко, кстати, в этой морозной крепости снимать свой ужас, это хорошо.
бунт на корабле. Проклятые крысы. Всех надо задушить. Кстати, видим челночный пароход. Может, мы сможем его убить, а? Попробуем, а? Надеюсь, нас не уничтожит. Челночный пароход. Что мы его догнать даже не можем, обратить внимание. А вот, заряжаются. Заряжается. Вопрос. Он нас что, не будет атаковать? Это интересно. Так. Смотрим на него и уничтожаем. Главное не упускать его из виду. Нет. Что-то он вообще не атакует. Странный какой-то пароход челночный. Может, много припасов. Хотя я сомневаюсь, что у него вряд ли будет много припасов. Челночный пароход. Странник какой, смотрите-ка. Готовится атаковать. Видите, уже красным стал. Чё, мы не дадим тебе ничего этого сделать. По-моему, он нас даже вот так не сможет выстрелить. Какой-то он вообще ничтожный оказался. Это хорошо, ресурс нам всегда нужен. Странник. Вы уничтожили челночный пароход. Невинные мужчины и женщины мертвы, но это их проблемы. И будет ваше, если вас поймают. Но давайте не будем об этом. Что теперь? Протиснуться сквозь обломки. Хватай все, что можно. Тайник. С сокровищами. Диковинками. Ваша команда не рада быть замешанной в преступлении, но пока повинуется вам. Грязные клочки бумаги. В тот день мы увидели колонны Иримы. Я представлял их себе иначе. Ирим — это не то место, которое можно представить. Такова его природа. Вы видели его в своих снах. Да, вы нашли эту страницу задолго после моей смерти. Я знал, что вы прочтете их однажды. Когда писал эти слова, Ирим научил меня этому, и теперь его урок — это все, что от меня осталось. Крейсер класса Калига. Вот на него нападать, наверное, не стоит. Хотя, мне кажется, мы его таким же способом просто сможем раздавить. И все. Нечто вроде пчелы проникло в ваш кусочек бисквита. Она дерзко покачивает своими усиками, уставившись на вас. Ну ладно. Кагара. Пират Фауста. Потеряли нас, это хорошо. Они нам не нужны. Уплываем от них куда подальше. Злые пираты. Кыш от нас, кыш, пираты злые. Не нужны вы нам. Дым течет, и топливо уходит. Но это не страшно. Мы купим его еще. Топливо. Покровы, это хорошо. Ну, и страницы тоже бы пригодились. Уже видите, 252 фрагмента нужно, чтобы получить секрет. Да, нехило мы так развиваемся. Принять записку, исследовать остров. Беспощадная модистка. Копать среди руин. Портовый отчет. Исследуем остров. Атаковать. Ваш первый залп наносит поистине ужасный урон, но полдюжины каперов расхватывают оружие, одно напоминает пулемет Гатлинга, другое, по-видимому, стреляет пузырями из радужного мяса. Огонь третий вызывает тоску по ушедшей любви в вашем сердце. Примечание переводчика. Оригинал отсылается к песне такой-то. Интересно. Четвертое оружие взрывается дождем тучных фиолетовых искр, щебечущих как канарейки, которые прожевывают себе дорогу сквозь все, что есть в каперском лагере. Каперов в палатке награбленное добро. Бой заканчивается, не успев начаться, но к тому времени, когда подойти ближе становится безопасно, искры успевают пожирать множество пиратских сокровищ. 95 эхо получили. Хорошо. Купим парочку ресурсиков. Ну и эолит, мы уже поняли, такое себе вещь. Ну и топливо неплохо тоже. Поплыли дальше. С нашими-то ресурсами. И с нашим-то ужасом. Ну, это невыгодно. Не подбираться к ним, не атаковать, оно такое себе. Лучше просто приблизиться к ним, подслушать. Хотя мы ничего от них не услышим, ну ладно, но все же. В
Часовню огней, что ли, зайти? Нет, пока обойдем. Давайте-ка в северо-востоке что-то мы должны найти великое. И очень специфическое. Опять их этих свечений накупили, к сожалению. Но чем-то в этой игре приходится жертвовать. Ой, ветер дует, смотрите откуда. Север, юг, запад, восток. С востока, я так понимаю. Значит, на восток нам дальше не пройти. Да. Не хочет игра, чтобы мы плыли на восток. Явно. Ну, плываем тогда. Да, потеряли обшивку. Хотя, может, все-таки это можно как-то плыть. Драная ворона. Нет, теряем, да, не надо туда плыть. Поплыли вниз. Хотя нет, можно вроде как проплыть, я не понимаю. Можем ли пробраться туда, куда хотим? Или все-таки нам этого не удастся? Ужас нарастает очень сильно. Ну, придется в ханство тогда плыть и все. Хотя, можно тут что придумать, но у нас ужаса многовато. И это надо признать, поэтому поплыли-ка туда. Забрать нам надо... стратегическую информацию в Волчном горизонте. А, ну да, все-таки надо Волчный горизонт. А груз сердца хана. Нет, надо в Волчный горизонт попасть. Любой ценой. Тяжело туда будет попасть. Ну ладно. Повторяющиеся кошмары под присмотром. Море яркое, как молоко. Ложные звезды в вышине, черные на черном. Что-то смотрит на тебя, его взгляд обнимает лодку. Вы прозрачный, как стекло. Вода вокруг вас кипит, булькает, глаз поднимается. Вот он приближается, вот и хорошо. Если вы потерпите неудачу, кошмар будет расти еще сильнее. И вы будете сильнее страдать от ужаса. Убежать от кошмара. Повернуть руль и лететь прочь по светло-молочному морю. Это снизит вашу силу кошмару, если она достигнет нуля, кошмар исчезнет полностью. Наличие спокойных ночей понизит сложность. Противостоять кошмару. Сила кошмара усилилась, его взгляд поднимается как луна. Вы смотрите на него решительно так долго, как вы можете. Его взгляд лишает вашей всякой защиты, вашей гордости, мужества, кожи, вашей плоти. Когда его взгляд падает на ваши голые кости, ужас будет вас от крика. Ваша команда с опаской смотрит на вас, они начинают терять веру в вас. Вы не смогли победить кошмар, он увеличился в силе. Мы сходим с ума. Кажется, мы сойдем с ума сейчас. Что же делать? Снять? Где мы сможем наш ужас? Легче всего в печали Гайдера дорого. Сохранить можем только в порту. Ой. Загадочное щупальце. Блестящее щупальце вырывается из воды. Оно лениво обвивает моряка, лишившегося дара речи. Оно лишь делает шаг в его объятия и исчезает. Вы потеряли команду. Море вновь спокойно. Но вы же видели бледную конечность монстра. Она тут была. Моряк прыгнул. Вы же не заставляли его. Точно не заставляли. Тревожный. Ой-ой-ой. Кажется, мы погибнем сейчас. Что же делать, а? Ну, в печаль надо попасть. Плыть вдоль островов и печаль. Вот так вот. Придется в печали снимать свой ужас. Что поделать, а? Море темное и безгранично. Пытаемся выжить. Плывем рядом островами, не теряя... ну, становясь более спокойными. Одним словом. Печаль, печаль, ужас, ужас, ужас. Кошмара. Ужас от моря тут меньше всего, мы тревожные. Мы ведь погибнем, если ужас станет на сотни. Это очень плохо. Не стоило так с ужасом обращаться. А если ужас на нас нападет снова, мы уж точно проиграем. Ужас от моря тут меньше всего.
Плывем по светлому побережью. Кошмара. Ужас нас душит. Кошмар, и ужас еще стал сильнее. Не стоило с ним так шутить, а? Столб дыма поднимается из дымохода. Надо заглянуть, наверное, в сердце Хана. Придется сохраняться. Но проигрывать не хочется, понимаете? Начинать заново, это было бы странно. И вам бы неинтересно это было бы. Море темное и безграничное. Ужас увеличивается. Покормили команду. Кошмара. И тут на нас чудовище нападет, а? На востоке что-то есть. Надо плыть рядом с островом. Так не будет никому страшно. Ужас, ужас, ужас. Не, ну конечно, можем кое-что продумать, придумать. Но больше ужас так доводить не стоит, конечно. Одно могу сказать. До скольких надо снять ужас-то будет в этой печали? Ой, много придется снимать ужаса. Эх, сколько же ресурсов мы на это потратим. Кошмара. Ужас просто тихий. Сохраняюсь при вас. Ноль. Десять. Провести вечер в отчаянном моряке. Пять ужаса потеряли за 50 эх. Отлично. Ваша команда учит посетителя моллюска целому собранию особо непристойных моряцких песен. Истории ждут, когда вы прибудете в порт. Отлично. Ну и еще. Вот неплохо, теперь исследуем печаль. Легкую загадку. За 100 эхо, но это слишком уж дорого, шансов очень мало. 10 эхо за 10 фрагментов, неплохо. Сбор информации. Потеряли команду. Ужас не изменился, так как он больше 50. Вот и побороли мы свой ужас. А не так страшно, как это оказалось. Главное, видите, плавать. Хорошо. И аккуратно. И все будет с вами хорошо. Жалко, информацию собрать не удалось. Ну ладно, что поделать. Лучше больше ужасу не противостоять, а лучше от него убегать. А может, мы загубили себя с этим ужасом? И потом нам уже не убежать от него. Спокойная ночь. Сколько у нас этих ночей-то спокойных? Вы слышали слова священников, видели его красно-белую улыбку. Спокойная ночь. Непонятно. Ладно, поплыли дальше. Главное не наращивать свой ужас, и все будет хорошо. Но теперь-то уже бояться нечего. Очень хорошо в печали Гайдера снимать ужас, на самом деле, как оказалось. Очень даже выгодно. Покровы очень спасают нас. Покровы. Отлично, потеряли секреты, ну и ладно. Один всегда нужно приберегать. Для заданий. Недолюдый, что-то. Нехорошее, в общем, что-то. Полифем. В сердце Хана мы плывем. Ну тогда уж лучше через Полифем как раз-таки. 150 монеточек никому лишними не будут. Не правда ли? Я думаю, да. Хотя лучше, да, сначала туда, потом туда. И потом снова через Триумф. Я будет, думаю, будет неплохо. Потому что нам надо обновить помощь шпионам. Да, это будет хорошо. И заберем груз веселого Роджера. Какая опасная ситуация на самом деле. Но поскольку мы работаем с тайными операциями, нам нужны покровы. Ну не копить же нам вечно в любом случае. В сердце Хана мы плывем теперь. Ужасные щупальца. Вот с этим кошмаром, оказывается, лучше не шутить.
Теперь знаем, 25 ужаса добавят нам, если проиграем игру, сопротивляясь ужасу. Может, сердца стоило улучшить, чтобы они нам иногда помогали в испытаниях с ужасом. Пчела проникла в кусочек бисквита. Она дерзко покачивает своими усиками, уставившись на вас. Укусит и все, смерть от пчелиного яда. Пчелиный яд. Хорошо, интересно. Так, чайный дом. Цены, мягко говоря, озорные. Купить топливо по возмутительной цене. Потребности шпионов. Разведданные. Шанс невысок. Коллекционер, другая возможность. Работа шпионской сети. Ваше коварство. Угрозы. Шепот в тенях. Не помогло. Бело-золотые. Что нужно вашим шпионам? Ваше личное коварство. Опять покровов не хватило. Ваше передвижение в ханстве может быть ограничено. Портовый отчет. Ой, я не туда щелкнул. Что нужно шпионской сети? Коллекционер, опять-таки. Но я не найду это очаровательное сокровище. Ой, это нехорошо. Ну, мы вернемся сюда снова, я уверен. Мы это уже запланировали. Из Полифема сюда снова. Ужас от моря тут меньше всего. Покровы нам не помогли, жаль. Потом в печаль, чтобы у нас получилось две эти информации. А что же это за машина рассвета такая? Опасная может быть. Но если она на службе Лондона, то это хорошо. Но есть подозрение, что учитывая, что дипломат — человек с опасными связями, это может закончиться весьма трагично. Оплыли. Ну, конечно, снимать ужас в Полифеме — это смешно просто. А я даже груз этот не взял. Или взял сердце хана. Не возвращайтесь из него. Ну, как раз-таки вот забыли, но потом вспомним и заберем. Плывем, куда нас отправляли. Иллюминесцентные создания. На таком расстоянии нас все равно не замечают. Тримаран ханский. Ускорение. И замедление. Никто нас уже не заметит. Кошмарный ужас. Опасно с ужасом быть, да? Чуть не врезались, да. Сбор информации. Ужас получили! Я же вспомнил, что нельзя ужас тут. Одно эхо. Глиняных слуг в Лондон. Ну еще придется отпускать команду на берег. Сколько же денег потратили мы? Кошмара. Нет, свет надо включать. Уходим, уходим, уходим. Соленые степи. Заберем груз, а потом проведем свои операции. Ужасно тут, ужасно и опасно. Когда ужас нарастает, не правда ли? Ужасно и опасно. Врата Абора. Надо бы нормализовать отношения с ханством, мне кажется. Бело-золотые. Ну как, уже... Нас уже считают за шпиона. Лучше бы нам не встречаться. И не попадаться бело-золотым. Стражником, как я понимаю. Фонарь на носу корабля шипит и искрится. Но моряки наши уже привыкли к этому. Они к этому спокойно относятся. А вот мы не особо. К
контролируем ужас. Вот что делаем. Надо убегать от этого ужаса. Ужас слишком силен стал. Как бы нам его победить-то? Вот что значит, а? Надо спасаться было. Хотя, в принципе, да. Если бы мы пытались бороться с ужасом, то это было бы очень дорого, мне кажется. Так что это тоже надо понимать. Заходим в порт. Забираем. Непропоштампованный ящик выдающихся человеческих душ. Хорошо. Удовлетворить потребности шпионов. Что еще можно дать шпионам? Деньги. Ой, это дорого. Это может сработать. О боже, это старая уловка. Но иногда это работает. Все, что требуется, это мешок кофейных зерен, соль и имя новейшего шпиона в городе. Ну где мутор-соль-то мне купить? Наживка. На жизненно важную информацию. Деньги. Это невыгодно. Ну шанс просто невыгодный. И нет, нельзя соглашаться. Деньги однажды отдали и разорились. А что сказатель сделает все-таки? Ой. Ступайте осторожно. Вам надо посетить Триумф Хана с ходатайством о клане лосося о милости. Это мы, кажется, зря. Там, где сейчас стоит Лондон, когда-то располагалась столица ханства после ее исчезновения с поверхности. После чистого неба и широких просторов они попали, полубезумные, в короткую ночь подземья. Тут они нашли змеевидных существ за зеркалами, которые обещали им шанс спасения новые горизонты. Со временем эти зазеркаленные змеи стали хозяевами, а не слугами. И последний великий хан привел своих народ к соленым степям в Черному камню, где основал этот город. Историю о том, как он его построил, ты узнаешь на следующий день. Вы чувствуете, что кто-то пристально смотрит на вас. Человек в бело-золотом мундире внимательно наблюдает за вами. Служба преданности с подозрением относится к иностранцам, которые хотят узнать историю ханства. Да, разведданные, лучше не стоит. Деньги, ну ничего нет тут. Бело-золотые наблюдают за вами. Нам надо обращаться о милости. А на милость нужны кофейные зерна, а зерна стоят денег. Очень больших денег, я бы так сказал. Это каждый должен понимать. Денег может нам не хватить. Но что поделать нам теперь? Когда мы на грани разорения. Ресурсного. Но мы еще не отчаиваемся. Но мы не отчаиваемся, потому что у нас есть возможности для нормализации ситуации. Плывем через печаль. Плывем через печаль. Нет, тут опасно плыть. Оплываем это место, все-таки опасное место. Ужас увеличивается, что поделать. Пучина. Уилберг там. А я не понимаю, как мы понимаем... О, давайте-ка медуза цвет уничтожим. Там можно многое полезные вещи получить. Гоним его, гоним, гоним, гоним. И уходим. Обходим, обходим, обходим. Ой, нам урона столько нанесли, вы только видите, смотрите, а. Посмотрим, оно того стоит вообще или нет. Лучше так проще убить. Зачерпнем ее, давайте-ка. Теперь у вас есть подозрительный улов. Она пропала, а вы остались липкими перчатками и сладковатым запахом. И с этой лиловой штукой, это яйцо или сердце, или же неудачливый путешественник, растворившийся, затем иссохший до состояния розовато-лилового сгустка. Лучше спрячьте это в какое-то надежное место. И теперь поговорим как раз-таки с кем. Ему нужен подозрительный улов. Ну давайте-ка, да. Нужны ему эти соленые львы. Соленые львы. Это единственный глаз, он смотрит на вас со всей серьезностью. Судя по всему, он хочет... посетить соленые львы, прежде чем будет дальше с вами общаться. По крайней мере, никто из команды не был свидетелем того, чтобы Калимар отвечал отказом на приглашение обычного человека. Значит, с ней поговорим. Ее отец, она становится более разговорчивой, когда ей есть что порезать. Возможно, вам удастся вытянуть что-нибудь об ее отце.
Тут находятся инструменты для разделывания и обвалки мяса, а также упорядоченный от больших к малым ряд весов. Вот этот был его любимым органом, говорит она, энергично работая с пинцетом и лезвием. Не прикасайтесь к нему, пурпурные кусочки токсичны. К персональным делам она приступает только после того, как у нее появляется шанс ополоснуть пальцы. Свою сноровку с металлом я получила от обоих родителей, говорит она, внимательно следя за вашим лицом. Затем мать была любимицей господина Железа. Она говорила, что они всегда работали только вместе, что господин Железа поддерживал ее работу и предоставлял ей инструменты. Острейшие инструменты согнуть, которые отнюдь непросто. Мистер Железо, правда, найдите ее во время операции. Действительно ли кровь лондонских магистров бежит по ее венам? Нужна живая оступь. Живая оступь нужна. Но где нам ее купить? Пучины, кстати, смотрите. Да, развиваемся мы медленно. Зато сняли соленые львы. Давайте-ка зайдем в соленые львы, хотя это может быть опасно. Ну что, зайдем или не зайдем? Придется сохраняться. Потому что уже сможем получить лишнее. А он нам не нужен, как вы сами понимаете. Судно. Переполненным и грузом, понимаете, да? Вот эти глиняные слуги у нас места много заняли. К сожалению. Ну ладно, что поделать. Заходим в порт. Перламутровый изгой. Непонятно, что мы выполняем, зачем выполняем, почему им нужно в соленые львы. И зачем, странно, интересно. Посмотрим. Ритуал соли. Вы привезли перламутрового изгоя сюда. К счастью, он знает зачем. Лицо серверного сфинкса уже исчезло из виду, но перламутровый изгой упрямо корябкается вверх. Он останавливается у самой вершины, поворачивая, резко прыгает вниз и в само море, скрываясь под водой, практически не расплескав воды. Вы ждете? Паниковать пока рано, скорее всего, он умеет дышать под водой. Вы ждете еще? Паника начинает охватывать вас. Спустя какое-то время паника охватывает моряков, собравшихся у поручней. Однако вряд ли их беспокоит судьба человека-кальмара. И вот человек-кальмар всплывает. Он поднимает на причал, поднимаясь на причал, шагая с торжественностью викария, идущего к кафедре. В руке он держит шахматную фигурку из сфинкса камня. Принципат, хрипит он. Кораллы меняются. Портовый отчет. Разбиратели. Ты... А, нет, потеряли ужас. Это хорошо. Получили какую-то... Видите, фигурку получили. Фигурку получили, только где она? Нам ее вообще положили в карман или нет у нас ее? Нет, похоже, не положили, не знаю. Порзил. Ужас от моря тут меньше всего. Надо бы полежать и восполниться от ужаса, избавиться, а то это плохо. Может закончиться. Станция 3. Лучше оплывем это все. Вдоль острова Демио, как раз таки. Думаю, будет вполне разумно и рационально так плыть. Ужаса как раз таки не наберем. А то этот кошмар, видите, нас совсем замучил. Все растет и растет. Шрам еще какой-то вдобавок. Мы не хотим шрамов, извините меня. Шрам это плохо. Надо бороться с ужасом. Давайте попробуем бежать от ужаса в следующий раз. Может, потом мы сможем легче одолевать чудовищ. Цветущие рифы. Хорошо. Цветут, это хорошо. Плывем дальше. Корвет класса Алкей. Вспоминаем мы про поверхность, но на нее нам еще далеко. Хотя мы можем попробовать подняться на поверхность, как вам, на Кумском канале-то, а? Интересная мысль может произойти. Так говорят, что обогревает. На самом деле, возможно, и не обогревает. Я так понимаю, мы в какой-то пещере находимся. Справедливая цена за припас, я это уже помню. В этом аббатстве. Пропустили остров, видите, ну ладно. Недолюд!
Скрипучий шум подпалов, и один из ваших глиняных слуг потерял что-то обычное типа послушания, умеренности или чувства юмора. Переждать. Вы предусмотрительно заперли глиняную слугу в надежном хранилище. Пусть попробует выбраться. Вы разберитесь с ним, когда он выбьется из сил. Однако это плохо скажется на остальных глиняных слугах. Уничтожить его. К сожалению, это нужно сделать. Договориться попробуем. Потеряли команду. Недалек сосредоточенно слушает вас, затем наклоняется и совершает мощный рывок. Моряк, вставший у него на пути, был разбит, как китайская ваза. Ой-ой-ой. Сокрушительная победа. Пули оказались бесполезны. Дубинка оказалась немногим лучше. В конце концов, вы разобрались с ним при помощи кувалды, но они уже успели посеять хаос в рядах вашей команды. Мы погибли. Вы и ваша команда пропали. Лондон напрасно будет размышлять о том, как вы погибли. На этом все закончилось, но вы квартируетесь у слепого штурмана. Такие вещи случаются. Проиграли. Ничего нету. Сохранить покровов и денег. Покровы. Да, ничего тут, собственно, не даст. Да. Да, ну там все острова, все потеряем мы тогда. Придется загружаться, бывает. Давайте-ка прошлое окутано туманом. В охотничью обитель. Да, нет, такого нам не надо, извините меня. Загружаемся. Как бы это ни было грустно, но... Ой, как же это будет давно еще? Ну ладно. Недолюд, к сожалению, попался нам. Надо было его убивать и не договариваться. Проклятый, а? Недолюды, ужас кругом. Ну ладно. Серию тогда придется закончить. Всем зрителям спасибо за просмотр. Оценивайте видео, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, чтобы было больше серий по игре Sunless Sea Submariner. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые серии и стримы. Всего вам самого лучшего, не прощаюсь.